Намасте, сайрам. Мой лук сегодня такой, такой же, как и вчера, и позавчера. Сегодня 30 марта, завтра 31, и завтра будет 2 года моему каналу. Завтра 2 года, и завтра я, значит, разыгрываю чакру, но завтра я это видео выставлю, поэтому можно сказать, что сегодня 31 марта. Вот. И я объявлю своего победителя, я еще не знаю, потому что я его разыграю рано утром этой программой. И я хочу всех поблагодарить, что были со мной, что присоединялись. Я сегодня открыла аналитику. Вот у нас такой вид красивый вообще. Вот все мое детство... Тихо. Все мое детство вот здесь прошло. Там еще был мостик, и мы бегали по этому мостику. Мама ругалась. Мама не знала многих моих подвигов. Вот. И у меня за первый год было 254 подписчика. За первый месяц 7 человек. Все остальное, всем 6 тысячам спасибо за то, что вы с нами, за то, что вы смотрите, пишете, поддерживаете, поднимаете настроение. Вот. У меня сегодня с корабля на бал. Еще один замечательный сюрприз, которого я ждала, и как бы оказалось, что это мы не подгадывали, но так получилось, что на годовщине канала я ей не дала даже человеку поесть, раздеться, разуться. Я ее с автобуса притащила на съемки. Это моя Наталья. И в Питер. Да, ну вот такая гламурная наша блогерская жизнь. Вот прилетела. Между делом, да. Между делом прилетела. Но на метле же. А что нам делать, да? Да. Вот. Как я говорю Иринке сейчас, выходя из автобуса, если вам говорят, ваш капучино, сударыня, значит, вы в Питере. Тебе так уже сказали, да? Да. Где? Теремок называется кафе. Мы заходили туда выпить немножечко кофе. Здорово. С самолета, да. Поздравляю! У меня как раз вчера с сыном смотрели клип группы «Ленинград», а в Питере пить. Да. Пошли пить капучино. Пойдем пить капучино. А в Питере пить. Всем хорошего дня, хорошего настроения, вот такого солнечного, как у нас, да? А что ты кричала, визжала, деревья такие большие? У вас тут что там в Сибири? А, у нас в Екатеринбурге просто все в снегу сегодня. И когда я утром вышла, то, если честно, я боялась, что отменят вылеты. И когда перед нами отменили парочку, народ немножечко начал притаптываться вот так это. Я села, лапки сложила вот так. И вовремя подали самолет. Все. Надо медитировать, да? Да, 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 да. Надо правильно простраивать реальность. Так что вот. А у нас все деревья в снегу сегодня, и очень такая зимняя погода. Как демо-версия весны закончилась. Приобретите лицензию. Да? Слушай, ну это же вот послезавтра апрель. Да. Что такое-то? Что такое? Ну, где-то там наверху это... Ну, я хотя бы прочувствовала, а то говорила, о, это адская жара, это март и апрель, это убийственная жара. Я хочу на холод, я хочу жить в холодильнике, я так говорила прошлую весну. Ну, пошли. Такие живописные, прям деревья красивые. Я хочу их потом сфотографировать. Конечно, сфотографируешь. Красивые-красивые коряги. Да, коряги я люблю красивые. Здоровско, очень красиво. Ну, они такие-такие, да. Вот. Как, ну, знаешь, ведьми на жилище. Ну, здорово, закрутило. Да. Вот по этой тоже, вот по этим трубам в детстве, вот там через реку я ходила, мама ничего не знала, до сих пор не знает. Ну, уж теперь уж не буду говорить. Знает, что не знает. В 52 года я уже не буду признаваться в этих грешках. Да и не надо. Что когда мне было 10 лет, тут рисковала жизнью. Да. Вот. Ну ладно, все. Всем хорошего дня.
Пока-пока. А мы поедем в город. Завтра мы поедем в Михайловский замок. Да, мы завтра в Михайловский замок. И еще куда-то. Я не знаю, куда нас повезет Ольга. У меня даже есть фотография. Я в прошлом, позапрошлом фотографировала. И там привидение. Возле Михайловского замка как раз. Мы в сам замок. Ты привидение сфотографировала? Да. Здорово. Короче, завтра идем на ловлю привидений. Наших питерских. Покемоны. Давай мы их будем просто наблюдать. Давай. Вот почему весна не пришла. Люди еще не убрали вот эти вот картинки с окон. Выкиньте елку, люди. Люди, я хочу тепла.